Добрый день! Мы рады приветствовать вас в цеху Каменского станкостроительного завода. Хотелось бы поздравить всех с прошедшими майскими праздниками. Но выходные закончились, и мы тоже приступаем к работе. Хотелось бы напомнить, что скоро мы будем подводить итоги нашего ежегодного конкурса «Станок ко Дню Победы», и скоро на нашем форуме будут объявлены победители данного конкурса. И кто-то получит станок, а остальные участники получат утешительные призы. Сейчас мы находимся в цеху в разгар рабочего дня и хотели бы продемонстрировать вашему вниманию станок серии CNC 1218. Что бы хотелось бы сказать про этот станок? Он имеет стальную сварную раму из мощных пропильных труб, имеет рельсовые направляющие фирмы Хивин с сечением 15 мм. На нем установлен шпиндель мощностью 3 кВт водяного охлаждения. Данный станок изготовлен по спецзаказу с расчетом для обработки камня. На нем имеется гупрозащита по оси X и по оси Z. Также станок имеет подачу сож, ванну для сбора сож и систему фильтрации. Она стоит за станком. Как вы сейчас видите, станок без проблем обрабатывает мрамор. Изготавливается тестовая модель в виде распятия Христа. Все передачи и перемещения происходят по винтам ШВП. То есть винты ШВП стоят по оси Z, по оси X и по оси Y. Данный станок очень мощный и может также обрабатывать мягкие металлы. Также он может работать с деревом, с пластиком и другими мягкими материалами. На станке установлен стол алюминиевый с Т-образными пазами. Стол изготовлен из усиленного алюминиевого профиля и позволяет выдерживать тяжелые толстые заготовки. Все кабеля проложены в кабель-каналах, что предотвращает их переломку, быстрый износ и позволяет долговечную работу самого станка. Перемещение по осям осуществляется за счет шаговых двигателей, которые установлены на станке. Данные двигателя очень мощные, имеют крутящий момент 11 ньютонов на метр. На станке установлены концевые индуктивные датчики, что позволяет обнулять станок и более четко выставлять рабочее поле и ноль заготовки. Также на станке имеется датчик обнуления инструмента. Датчик очень удобный, мобильный. Он достает любое рабочее поле, то есть вы можете обнулять в любом месте. Будет у вас ноль на заготовке, либо ноль будет установлен по поверхности стола. Данный станок является одной из самых ходовых серий в нашем производстве. Это очень надежный помощник в начальном бизнесе, у тех, у кого уже есть свои производства, кто хочет разгрузить свои мощности, или же для тех, кто только начинает этот бизнес. Данный станок может быть изготовлен в разных вариациях. Размер рабочего поля может быть от 60 на 60 сантиметров до 1,20 на 2,40. Также на станок опционально может устанавливаться подача сож, токарная координата и другие дополнительные функции, которые упрощают и облегчают работу на станке, а также расширяют его возможности. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки, колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Также посетите наш сайт www.3semyorkirossiya.ru. Если вы хотите подобрать себе станок, у нас очень широкий спектр оборудования. На сайте представлено более 350 видов моделей. Для самого капризного покупателя, я думаю, найдется та модель, которая будет отвечать его требованиям. Так что большое спасибо. До свидания.